художественной галереи АС прошла персональная выставка «Отсутствие пустоты» художника Тани Стрельбицкой. Присущий только ей авторский стиль уже снискал как ярких поклонников, так и тех, кто не принимает ее искусство. Но первых все же больше. Критики отмечают и присущую Стрельбицкой экспрессию, и энергетическую мощь ее картин, несмотря на то, что бывают работы и колючими, и нервирующими, но всегда заставляющими думать. Мне не интересны одежды. И пластика тела говорит о боли или о любви, либо я люблю человека, поэтому мне он важен в его пластическом решении. На этот раз художник представила целую галерею портретов. Это друзей, людей, ушедших и близких ей по духу, и различных литературных персонажей.